Друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Що є інклюзія і як вона впроваджується в життя, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Дружба – це зміст нашого життя. Якщо людина відчуває плече товариша поруч, значить вона щаслива. Сам процес інклюзивної освіти дозволяє всім членам нашого суспільства формувати в собі емпатію, доброзичливість, співпереживання. Як показала практика, це позитивна динаміка. Позитивна динаміка, прежде всего, для дітей, які мають проблеми зі здоров'ям. Вони, вроді би, маленькі, але вони вже рождаються взрослими. Тобто з ними не як з маленькими дітьми, а вже як на рівні ми розмовляємо. Кожна людина – це особистість, і кожна прагне розуміння і співчуття. І дуже добре, коли суспільство це розуміє. Сьогодні мова піде про тих, хто потребує допомоги, і про тих, хто може цю допомогу дати. Друзья мои, мы с вами живем, конечно, в очень сложном мире, но есть еще рядом с нами те люди, которым оказывается намного сложнее жить, чем нам, но при этом они не унывают, а наоборот находят в себе силы не только жить, но еще и делиться своей силой с нами. Живущими, казалось бы, сложно, но на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. И я вам сегодня предлагаю познакомиться с теми, кто не унывает никогда. Это дети. Правда, это дети. И вот сейчас мы с вами зайдем в класс, где учится мальчик. В принципе, казалось бы, ему сложно жить, но на самом деле, благодаря заботе семьи, благодаря заботе взрослых, людей, которые понимают, он находит в себе силы не только жить, но учиться в школе и приносить радость и своим родителям, и своим воспитателям, и вам, телезрители, я уверена, тоже это принесет радость общения с этим мальчиком. Пойдемте, познакомимся с ним. Это очень интересно, правда. Пойдемте. Вот, друзья мои, в этом классе и занимается наш сегодняшний герой, о котором и пойдет речь. Вот он сидит, смотрите, такой симпатичный малыш. Ваня Казак учится в 5-м Б-классе. Мы с ним вместе занимаемся уже 2 года. И дома мы занимаемся на каникулах, потому что нам очень нравится вместе заниматься. И я хочу сказать, что Ваня настолько, во-первых, очень дружелюбный человек. И настолько усидчивый, это такой трудяга. Пусть у него плохое настроение, плохое самочувствие, Вань, надо работать. И мы с ним сидим, работаем. И я, честно говоря, горжусь, что у меня такой товарищ есть, такой друг есть. Мы действительно с ним сдружились это время. Он прямо друг, Ваня. Ты дружишь со своей учительницей? Да. Она очень добрая, правда? Да. А ты сам по себе, ты добрый человек? Да, я добрый, я со всеми дружу. И с тобой дружат? Да. А скажи, пожалуйста, Ванечка, тебе нравится учиться в школе? Да, мне нравится. А что больше всего нравится? А, какой предмет? Да. Мой любимый предмет – это математика. Здесь вот всякие формулы, если честно, тут формулы, я не знаю, конечно, ученику 5-го класса, и взрослому трудно разобраться. Ванечка. У нас дивидничок Е. Угу. Шпаргалочка. Да. Шпаргалочка. Тут все формулы. И когда Ванечка что-то забыл, я вспоминаю. Ты вспоминаешь все. И математику ты очень любишь, да? Да. И с помощью таблицы, если я еще с таблицей умножения что-то забываю, я на таблицу умножения смотрю сюда. У Вани сейчас заканчивается урок. И я предлагаю вам... Вань, куда пойдем сейчас? Куда на нас приглашаешь? В столовую. Слушайте, давайте пойдем в столовую, ну, перекусим, правда, вместе с Ваней. Ну, и посмотрим вообще, как Ваня учится, как дети учатся. Ну, и вы вспомните свое школьное детство, а заодно и порадуйтесь вместе с нами. Пойдемте. Конечно.
конечно, сложно Ване преодолевать такое количество ступенек, но с Божьей помощью, с помощью своего педагога и, конечно, с дружеским участием всех учеников интерната он справляется. Вот пока Ваня кушал, подошли его одноклассники, девочки. Вы учитесь с Ваней в классе, да? Да. Ну расскажите, пожалуйста. Вот главное, нам Ваня сказал, что он со всеми дружит и очень любит своих одноклассников. Конечно, он не совсем обычный мальчик, но, тем не менее, все необычное всегда интересно, да? Да. Он очень добрый, очень смешной, он много всего знает. Мы ради удовольствия дружим. Дружите, да? А скажите, вы тоже одноклассник Вани? Да. Вот несколько слов про вашего одноклассника. То, что когда он меня просит портфель ему помочь, я ему всегда помогаю. Он у меня спрашивает, я ему помогаю, ну, он хороший друг и надежный товарищ. Он еще умеет многого, но только он, ну, не такие, как все, ну, он такие, как все, ну, просто у него есть способности, но он не может их показать. И, ну, поэтому ему нужно иногда помочь. А как вы считаете, если действительно помочь своему другу, то его способности раскрываются еще больше? Конечно, да. Раскрываются, потому что он подсказывает, как лучше надо делать что-то. А он будет понимать, делать и раскрывать свои способности. То есть для дружбы, вот судя из того, что я с вами общаюсь, никаких преград для дружбы нет, если это действительно дружба? Ну да, дружить надо с каждым человеком, не имеет значения, какой он или как он выглядит. Главное, что в середине какой он, ну, душа его. А Ваня, он хороший друг, да? Да, да. Он мне иногда помогает, мы с ним разговариваем на переменах. Друзья мои, давайте на минутку заглянем на урок, на который и пошел наш герой Ваня. Мы сегодня, в принципе, делаем передачу про дружбу. Да, телезрители, про дружбу. Наши телезрители уже знают. И вот, будьте добры, несколько слов про дружбу. Ви знаєте, дружба не має меж, вона не має кінця, вона об'єднує людей, вона дає розуміти основне поняття, що дружба – це зміст нашого життя, дружба – це щось безконечне, яке ось, наприклад, дружба 5-го Б-класу, для прикладу, скажу, вони вчаться один у одного. Мені, наприклад, сподобалося дуже, минулий урок в нас було, намалювати малюнки до загадок і приказок. І мені от Вітренко Єгор говорить, Галина Володимирівна, це буде хороший вчинок, якщо мені дві загадки, а товариш мій забув, можна поділитися? Оце приклад настоящої дружби, справжньої дружби хлопчиків 5-го класу. І ще мені подобається цей клас за те, що вони завжди ввічливі. А дружба – це теж ввічливість. Дружба – те, що робить людиною з великої букви, возвеличує її. І якщо людина це відчуває, плече товариша поруч, значить вона щаслива. У нас був твір, підскажіть, діти, казка, повість. Як називалася і хто автор? Валя в країні недоладії. Аля в країні недоладії. І саме діти зрозуміли, що тільки дружба привела Алю з країні недоладії, де все було недороблено, недописано, недомальовано. Аля навчилася все дороблювати, дописувати. І навіть допомагати своїм товаришам, тому що дружба, вона зрозуміла, що дружба – це головне в житті кожної людини. І на прикладах літературних творів ми обов'язково говоримо, що свій життєвий мішок обов'язково треба покласти слово «дружба». У вас клас такий небольшой, але дійсно він чувствується, що дуже дружний. Ця дружба, от ваша сплоченість, вона допомагає вам, ну, навіть вчитися чомусь. Я не маю в виду навіть вчитися урокам, а от вчитися житті. Если какой-то мой друг делает какую-то ошибку, он мне может сказать, что больше на будущее так не делай. И когда у меня будет такая же ситуация, я избегу этой ошибки. Поэтому, друзья мои, хотите избежать ошибки, дружите.
друзья мои, и вот из класса мы пришли сюда, в эту светлую комнату. Это комната какая, Катерина Александровна? Це кабінет практичного психолога, який працює як з звичайними дітьми, так і з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Екатерина Александровна, от зараз ми спілкувалися з дітьми в класі, і учитель говорила о дружбі, і діти. І от Екатерина Александровна, вона як психолог, вона уверена не тільки в дружбі, але навіть якщо чоловік кого-то не любить, але якщо к нему хорошо, він, як і дитина, діти ж вони теж люди, то діти не можуть не реагувати на добро, так? Да? Справа в тому, що сам процес інклюзивної освіти дозволяє всім членам нашого суспільства формувати в собі емпатію, доброзичливість, співпереживання, такі найкращі якості особистості, які саме звичайне життя може і не розвинути. Тому що турбота про іншого, вона завжди викликає почуття власної гідності, тому що ти комусь допоміг. Насправді ще і діти, які потребують цієї допомоги, вони відчувають, що вони не байдужі, що вони не люди, які ізгої в суспільстві. Тому саме процес інклюзивної освіти – це, по-перше, формування доброти в нашому суспільстві, яке зараз дуже така нагальна потреба в нашому суспільстві. І саме доброти, мабуть, і бракує в нашому суспільстві? Чи ні? Ну, на жаль, можна так і сказати, що бракує. Чому? Тому що є дуже багато таких глобальних процесів, які втрачає наше суспільство. Це і комунікативні навички втрачають діти, коли вони частіше спілкуються в інтернеті, в соціальних мережах. І саме такого спілкування між дітьми, а така, скажімо так, спілкування в навчальному закладі, і ще коли ти можеш показати свою турботу по відношенню до когось, ну це дуже потужний ресурс для нашого суспільства. На базі звичайної загальноосвітньої школи тут проходять навчання діти, які потребують саме інклюзивної освіти, так? От, якщо можна, Екатерина Олександрівна, будь ласка, розшифруйте. Ну, скажімо так, не інклюзивної освіти, а інклюзивного навчання, тому що це така форма навчання, яка дозволяє дитині, заклад саме створює умови. Це може бути і архітектурна доступність, якщо дитина на візочку, якщо це може бути діти з сенсорними вадами, якщо це вади має зору або слуху. Тому з ними працюють фахівці, дефектологи, логопеди, практичні психологи, психологи, сурдологи, і дуже важлива така в нас посада при організації інклюзивного навчання – це посада асистента-вчителя. Це дуже така необхідна, якщо дитина не може сама справлятися під час навчального процесу в певній діяльності, то асистент-вчителя допомагає йому опанувати як навчальний матеріал, так і перешкоджати якісь бар'єри, це пересуватися по закладу, відвідувати навчальні заняття і ще головне таке, знаєте, при плануванні в інклюзивному навчанні – це створення індивідуальних програм навчання і індивідуальних програм розвитку. І саме асистент вчителя є сама найближча людина для дитини, яка навчається за інклюзивною формою навчання. І якщо заклад може залучити таких фахівців, то це дуже корисно для цих дітей, які можуть навчатися не тільки саме на індивідуальному навчанні вдома, а саме відвідувати заклад, і він отримує ці фахові послуги і, ну, звичайно, спілкування з дітьми. Пока мы собирались говорить с психологом, с Аллой, то наш герой Ваня, он уже, вон, смотрите, телезрители, в таком маленьком бассейнике. Ну, надо немножечко отдохнуть, потому что действительно силы ушли. Аллочка, будьте добры, психолог в школе, конечно, это сложная работа, но когда попадаются еще более сложные дети, специфика работы, вот мы сейчас говорили с Екатериной Александровной, и инклюзивное образование, вот на ваш взгляд, как на взгляд практического психолога, что он в первую очередь предполагает? Как показала практика, это позитивная динамика. Позитивная динамика прежде всего для детей, которые имеют проблемы со здоровьем. И позитивная динамика для детей, которые окружают
таких деток. Почему? Потому что, скажем так, развивается эмпатия, сочувствие, что немаловажно в наше время. Уходит жестокость и агрессия. То есть мне кажется, что это, ну, такое вот слово полезно, скажем так, для наших детей, иметь контакт с нездоровыми детками. Я вот просто чувствую спиной вопрос телезрителей, что ну вот поснимали, все хорошо, да, дети все дружат, конечно, все хорошо, а на самом деле бывает по-разному. Бывает по-разному, да, мы должны это честно признать, но вы как психолог, вот это разное, оно ведь не выходит за рамки чего-то такого нехорошего. Давайте разберемся в том, что школа прежде всего дает нам знания и дает опыт у детей в общении. Они учатся общаться, они учатся взаимодействовать, они учатся конфликтовать и выходить с этих конфликтов. Я вас уверяю, что и деток, которые учатся в общеобразовательной школе и имеют полноценное здоровье, у них тоже случаются свои проблемы, конфликты между собой и так далее. Это ведь дети, да, мы на этом учимся. Вот. И также случаются конфликты и, скажем так, и некие проблемы, которые нужно решать и у детей, которые учатся, обучаются на инклюзии. То есть они особо не отличаются. Единственное, знаете, как мы выходим с этих конфликтов, мы взрослые люди, как мы учим детей, какие мы ведем разговоры, да, как мы обучаем их взаимодействовать между собой. Проблемы случаются, скажем так, больше вот такого плана трудности, знаете, вот как подняться на этаж, вот, ну вот, либо... Такие чисто жизненные. Да, да, вот такие. А вот взаимодействие с детками, они такие, как у всех детей. Больше я хочу сказать, если ребенок пришел в начальную школу, ему легче адаптироваться, ему легче привыкнуть, ему легче взаимодействовать с детками. То есть у нас Ванечка и ряд других деток, они у нас пришли в первом классе. То есть они наши, они свои. Вот сейчас Ваня у нас в пятом классе. То есть и телезрители должны увидеть, что рамок никаких особых и нет. Только единственное, мы Ване помогаем передвигаться. То есть есть у Вани и друзья, и есть у Вани те дети, которые, ну, скажем, меня общают. Ну, есть знакомые, да. Просто. Но все как в обычной жизни, телезрители, заметьте, есть друзья, есть в какой-то мере и не друзья, ну и у вас тоже есть друзья и не друзья, потому что дружба, она ее как невозможно там сказать, дружи с этим, да? Да, это, ну, скажем так, нельзя навязать. Вот. Поэтому я вас уверяю, что все как в обычной жизни. Это и цель наша, взрослых. Это и цель инклюзивного обучения, чтобы ребенок чувствовал так, как и чувствуют другие. То есть, Аллочка, смотрите, если возникнет вопрос у наших зрителей или кто-то вот посмотрит передачу, и у него есть такие жизненные вопросы, которые хотелось бы разрешить, что вы можете порекомендовать? В первую очередь не бояться. Не зажиматься, в первую очередь делать все так, чтобы было лучше вашему ребенку. Ну, я обращаюсь к родителям непосредственно. В первую очередь налаживать контакт с учителями в школе, с администрацией, с учителями в школе. Вы как родители должны прочувствовать, будет ли комфортно вашему ребенку в школе или нет. Но опять же таки, не надо бояться. Ребенок ваш будет попадать в разные ситуации, в разные истории. Самое главное, ну, быть рядом, помогать и вдохновлять ребенка. Вот и все. Вот так, друзья мои. И я хочу еще спросить кое-что у Вани, такой маленький секрет, потому что он знает этот секрет, и мне бы хотелось, чтобы он поделился. А скажи, пожалуйста, что бы ты хотел пожелать всем-всем-всем на Новый год и себе тоже? Счастья, здоровья, и чтобы все было в Новом году, это хорошо. А еще что, подарки заказал себе? Да. Ждешь Деда Мороза? Да. Как ты думаешь, Дед Мороз, он же ж никогда не опаздывает? Никогда, но немножко задерживается. Правильно. А вот когда придет Дед Мороз и скажет тебе, Ваня, говори свое самое заветное желание, что ты ему скажешь?
чтобы я научился ходить хорошо. Друзья мои, и еще с одним героем, вернее, с героиней мы хотим сегодня вас познакомить, с непосредственным участником этого всего процесса, о котором сегодня идет речь. Это с Людмилой Викторовной, с логопедом. Но на самом деле она не только логопед, она художник, она педагог, она красивая женщина. Спасибо. Людмила Викторовна, и все это, что вот за нашей спиной, это все ваших рук дело? Да, это наших рук дело. Я и муж мой помощник, так как он художник, это мы вдвоем с ним творили для детей, для отдыха. Первое образование у меня художественное. Вот так моя судьба сложилась, что я попала в семью педагогов. Вот, ну и приняли решение вот такое общее, что я тоже буду педагогом. Поэтому второе образование у меня дефектологическое. Вот я логопед и сурдопедагог. Вот все в одном лице. Специфика вашей профессии. Поделитесь, пожалуйста. Не просто педагог. Вот мы были в классе, там педагог, учитель рассказывает. А вы педагог необычный. Ну, я ставлю детям звуки, исправляю речь, исправляю письмо. А так как вот Ванечка, он ребенок с детским церебральным параличем, как правило, у этих детей присутствует такое заболевание, как дизартрический компонент или дизартрия. Это нарушение речи. Вот, поэтому мы работаем над связной речью, над постановкой звуков. Для того, чтобы работать с учеником, обязательно должен быть с ним контакт. Ну, я имею в виду не тот контакт, как тебя зовут, а именно устанавливаться внутренний контакт. Не всегда дети идут на контакт. Как вы решаете эти проблемы? Ну, когда Ванечка пришел в первый класс, это было начало у нас только, ну, не совсем, у нас первый был Федосеев Витя, он сейчас в 10 классе. Потом пришли к нам такие детки вот с таким вот заболеванием. И в первом классе я его вела, как учитель инклюзивного обучения была. Вот. На контакт он не шел, учиться он не хотел. У нас все было в кукольном театре, у нас весь первый класс был в игре. Вот. То есть мы играли, когда мама присутствовала на занятиях, она говорит, я бы не выдержала бы. Ну, таким образом я его заставила полюбить и математику, и чтение, и писали мы. Мы и на песочке писали, и разными другими видами. То есть он полюбил учебу. Вот. И прогноз у меня был не очень хороший на этого ребенка. Но сейчас 5 класс, вот я переживала, что разные учителя... Но он пошел. Пошел, я очень довольна. В семьях возникают разные проблемы. И если есть такие проблемы, и дети не идут на контакт, ваш совет нашим детям? Да, мы с семьями очень близко. Я даже считаю, что вот определенный круг людей, которые работают с этими детками, мы как члены их семей. То есть какая-то у них проблема, беда, радость, оценка хорошая. Они звонят и сообщают или просят какой-то помощи. Вот. И индивидуальные беседы. Вот я и Алла Викторовна, психолог, вот, что касается... Ну вот у меня, например, ну с Ванькой таких проблем не было. У нас еще есть Максим. Он часто задает вопросы, почему я такой родился. Вот. И дважды уже было очень тяжело, он плакал. Вот пришлось вот разговаривать как со взрослым, приводить примеры. Я находила в интернете, минута славы была, там Виктор Кочетков, по-моему, фамилию точно не помню. Вот он без ног. Вот я показывала, каким он родился, чего он достиг. То есть, что дети такие тоже могут достигнуть и жить, как обычные люди. И не только жить, как обычные люди, но еще и давать силы жить другим. Да, давать силы жить другим. Мне пришлось показать ему это видео. Вот, была очень серьезная такая беседа. С Ваней тоже мы часто беседуем о поведении, о дальнейшей жизни. То есть как со взрослыми людьми. Они вроде бы маленькие, но они уже рождаются взрослыми. То есть с ними не как с маленькими детьми, а уже как наравне мы разговариваем. И на сегодняшний день вы чувствуете отклик вашего ученика? Да, я чувствую, конечно. Я очень рада, что он сейчас в 5 классе, и учителя хвалят его. Есть, конечно, много проблем, но его хвалят, он идет, он учится вместе со всеми. Сьогодні, друзі, ми з вами побували в Миколаївській санаторній школі-інтернату номер 7, де активно впроваджується інклюзивна освіта. І як ви побачили, результати говорять саме за себе. Цю тему ми продовжуємо в одній з наших наступних програм. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.